я покажу, как делать вот такую шкатулку. Всем привет, вы на канале Снелли, и сегодня мы делаем шкатулку. Всем привет, ребята! И там будет храниться. И там будет храниться у нас свечки. Бриллиантики всякие. Драгоценности. Нелли уже придумала, что там будет она хранить, да? Да. Нелли, а что нам понадобится для шкатулочки? Ленты. Коробка от телефона папина. Вот такая коробка. Можно любую. Можно вот от телефона мы взяли. Да. И вообще можно любую другую коробочку. Небольшую, главное, чтобы она была, да? Да. Еще ткань. Ткань. Давай ткань покажем поближе. Карандаш. У нас вот такая ткань. Кипюровая. Потом карандаш. Карандаш простой. Резинка. Обычная белая бумага. Бантики. И украшения. Всякие ленточки. Бантики. Бис, бантики. Бисер, бусики. Например, Hello Kitty. И просто сердечко. Или просто сердечко, да. Ну, у нас мы сейчас выберем, да? Да, я, например, хочу с Hello Kitty. Да, мы сделаем с Hello Kitty. Да, вот это потом с Элли сделаем. Что мы будем делать дальше? Также нам понадобится обязательно горячий клей. Можно использовать. Он течет. Да, он у нас уже течет. Он уже согрелся, да? Угу. Можно еще использовать обычный клей ПВА. Но в данный момент мы будем использовать горячий, потому что нам будет удобнее. Да. Сейчас я достану планшет и покажу вам, что он делать. Обычный. Дальше. Да. Возьмем обычный лист. Ой, ты свалила. Эту коробочку нам нужно будет закрыть белым листом. Заклеить. Пусть она течет на стол. Ничего страшного. Да, ничего страшного. Мы возьмем лист, коробочку. И чтобы нам было быстро и удобно, да, мы просто обведем стороны нашей коробочки. Мама, а давай обычным клеем попробуем? Давай. Клеем ПВА, да? Да, а то вот это... Одну мы склеили. А то получилось вот так. Вот этот пистолет вообще не клеится. Ну, он клеится, но ПВА тоже клеится. Давай попробуем ПВА? Ну, давай. Мы вот таким образом склеиваем в стороны. Я вот так убираю клей. Берем нашу полосочку. Потом выкинем вот этот клей. Угу. Вот так таким образом мы склеиваем. Да, у меня будет белая шкатулка. Шкатулка. Следующую сторону. Чтобы сделать нашу крышечку, мы берем ткань. На самом деле она может быть любой. Нашу крышечку. И по принципу, как мы вырезали края из бумаги, мы отмеряем примерно. Даже если будет немножко выходить, чуть можно сделать больше ткани взять. Даже если будет выходить, можно будет обрезать лишнее. Возьмем кусочек мыла. Конечно, да. Можно так в руки мыть. Отмерим примерно.
эту. Вот эту. Вот эту. Сейчас. Кусочек мыла очень хорошо очерчивает на тканях. У нас получился примерно такой квадратик. Так. Сейчас мы его вырежем. И такой же квадратик мы вырежем для нашего нижней части. Нижней? Да. Теперь готово. Готово. Давай, Нелли. Теперь мы будем приклеивать. Да. Мы прикладываем к нашей коробочке этот квадратик. И склеиваем все стороны. Да, склеиваем. А на углах мы потом обрежем. Я люблю клеить. Любишь клеить? Да, например, вот этим. Ну, давай попробуем, будем клеить горячим клеем. Да, Нелли? Да. Вот мы сделали. Склеили края, вот эти углы мы обрезаем. Конечно, да. И все лишнее. Это ты обрезаем. Сказала, что я буду знать. Давай ты обрежешь. Держи ножницы. Вот какая коробочка у нас получилась. Посмотрите. Моя. Твоя, да, шкатулочка. Теперь нам нужно ее украсить. Да. Дно я тоже склеила. Нелли мне помогла обрезать края. Да, у меня пальчик болит. Да, у нее пальчик болит, потому что она немножко обожглась. Да. Поэтому горячим клеем нужно пользоваться только родителям. Дети должны пользоваться только клеем. Да, Нелли? Ну что, мы будем украшать? Чем ты будешь украшать? Расскажи. Бисерками. Бисерками? Да. Вот такими лентами. И у нас от резиночки для волос. Вот эти. Вот эти хочу. Остался вот такой бантик. Я хочу. Такой вот симпатичный. Это Hello Kitty, да, Нелли? Да. Вот мы его приклеим на крышечку нашей шкатулки. Моя шкатулка будет... Покажи бисер. Так же мы сделаем... И цветочки хочу. Цветочками. Бисер. Весь шкатулка будет с цветочками. Весь. Угу. Будет много-много... Возьмем мы ленту. Там будет много-много цветочек. Розового. Обернем нашу шкатулку. Крышечку. Да, Нелли? Я хочу, чтобы у меня было в моей шкатулочке много цветов. Ой. Там горячим клеем я делаю точки, где приклею нашу ленту. Натяну. Так. Вот так получается. Также я делаю остальные края. Я хочу, чтобы у меня была моя шкатулка. Узелочек я прижала. Теперь верхние ленточки я поднимаю. Закрепляю с другой стороны. Получается вот такая крышечка получится у нас. Закреплю и натяну. Тебе не будет больно? Нет, я не обожгу. Получается такая крышечка. Так, лишнее мы обрезаем. Также я буду делать низ. Беру ленточку. У меня есть лосо. Да, Нелли уже приготавливает, я смотрю, свои украшения. Что будет складывать, да? Такой сделаем мы бантик.
Сейчас я его зафиксирую. Крышечка. Вот сюда мы сделаем бусинку. Да, Нелли? Вот сюда сделаем бусинку. Давай вот такую. Беленькую. Мы хотим вот такую беленькую. Она же не будет так видеть. Сейчас я ее здесь зафиксирую. Таким образом. Получилось у нас вот так. Такая бусинка. Ну что, Нелли, будем делать бантик прикрепить? Нелли выбрала бантик. Все. Получилась такая шкатулочка. Нелли. А как же цветочки? Ты хочешь еще цветочки? Давай цветочки приклеим в другой раз, ладно? У нас и так уже очень красивая шкатулочка получилась. Очень симпатичная. Нелли, давай сложим твои драгоценности. Давайте. Что ты хочешь сложить? Ой, какие у тебя красивые бусы. Это же колье твое, да? Это амулет. Амулет твой, да? Да. А это свечки ты хочешь? Да. Сложи. И колечки всякие. Блядь. Колечки? Ой, какие у тебя красивые. Лаки. Колечки. Лаки хочешь? Ну, какая вместительная у нас получилась коробочка. Шкатулочка. И закроем. Да. Вот какая красивая шкатулочка. Какая красивая шкатулка у нас получилась. И Hello Kitty тут у нас, да, Нелли? Да. Такие бантики там. И что ты там будешь хранить? Там будет хранить. Ты уже там спрятала много чего, да? Да. И каждый раз там будет секрет у тебя, да, прятаться? Да. Ну что, тебе понравилась шкатулка? Да. Всем пока-пока, наверное, да? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и делайте вместе с нами вот такие замечательные, интересные, поделки. Милые поделки. Милые. Да. Всем пока-пока. Пока-пока.